У Могилеве жанчына-водитель покинула место дорожно-транспортного здарения. Здарение отбылося о полночи на скрыжевании улиц Габровская и Молчанского. Вырешила не чекать супрацовника УДАИ, але у спешцы не зауважила, что разом с бампером на дороге застался регистрационный номер авто. Ну, номера вот остались. Не было еще и дитя. Вот номера. По информации супрацовника Державтоинспекции, кировцы погрожая штраф от 5 до 25 базовых величинь, або позбавление водительского посвящения термином до 2 годов. А вот это дорожно-транспортное здарение не обошлось без потерпелых. 18-годовый могилеўчанин кировал автомобилем Audi на улице Алтайской и урезался у светловый слуп. Его 34-годового пассажира шпитализовали с травмами головы. У Быховском районе 17-годовый жихар вёски Глухи на мотоцикле без регистрационных знаков сбил 10-годовую девчинку. Яна с травмами трапила в больницу.